Всем привет! Вчера, значит, показала вам покупки, свои цветочки и легла спать. Все. Сейчас вот эта кучка, что у меня там сзади лежит, это я собираю на стирку вещи. Первая партия уже стирается. Вот, убираю параллельно дома. Все-таки решила сегодня сгонять, купить телевизор. На День матери, кстати, скидка 30% в пятом элементе на многие товары, но на телевизоры, пылесосы, на такую крупную технику не действуют. Короче, решила, значит, что, поеду сейчас куплю телевизор, надеюсь, я куплю его, и хочу купить пылесос. Все. Я хочу Керхер пылесос на 12 литров, он 272 рубля стоит. Не знаю. Надеюсь, потянет наши ковры, потому что чем больше был ворс, тем более-менее нормально тот пылесос справлялся. Сейчас как-то он как будто маломощный какой-то стал, я не знаю. Короче, поеду, посмотрю. Телевизор по-любому покупаю, пылесос пока под вопросом. В итоге вот попросила хозяина квартиры, подвезет, не подвезет, не знаю. Позвонила, вроде как подвезет. Вот, заплачу как за таксу, потому что в таксу, понятно, я столько не напихаю, как в его машину. Вот, поэтому поедем смотреть. Вот, посмотрим, там уже покупки свои покажу вам. Вот, короче, там 24 дюйма телевизор. И хочу просто за родителей, за помощь, за то, что они очень много нам дали денег на, собственно, на покупку жилья, так скажем. Ну, как бы, неплохая там помощь получилась. Ну, как бы, собирали несколько лет, поэтому, не знаю, вот планируем в скором будущем, возможно, взять какой-нибудь, может, кредит и заняться этим всем делом. Ну, вот, не знаю. По крайней мере, недостающую сумму они нам насобирали. Вот. И сами, ну, как бы, себя ущемляют, ничего себе не покупают, экономят. И в итоге, вот, в знак благодарности я просто хотела бы, вот, я оставляла деньги вот с расчета. И просто в знак благодарности вот этого всего. Да и, в принципе, посмотрите, морозилки забиты битком. Картошка постоянно круглосезонно у нас есть. Продукты и прочее всем помогают. И вот у них барахлит телевизор. И они уже 2 или 3 раза вызывали мастера. В итоге я решила просто купить телевизор, завести им. Конечно, много-много матюков, наверное, я услышу в свой адрес. Потому что, ну, они сказали не тратиться на них. Ну, правильно, на нас надо тратиться, да, а на них нет. Трэш, конечно. Но в итоге нет, я все равно сделаю, я все равно куплю. Я отложила с расчета деньги, поэтому... Поэтому они это заслужили, и я завезу по-любому этот подарок. Не знаю, в какой из дней у Дениса мамы 20 числа. И вот надо где-то так подстроиться. Короче, это я специально так подрасчитала, чтобы отцу и матери на день рождения, чтобы это был подарок, так скажем, совместный такой. Потому что подарков никаких они не принимают, сказали, на них вообще не тратится. Жесть. Все, буду приводить себя в порядок, лохматая вся, короче. Сейчас стирка у меня достирается, закину вот эту вот кучку. Денис где-то там работает, Полина возле школы катается на скейте. Вот, а я сейчас быстренько сгоняю и назад. Вот так. Так что не знаю, с покупками приеду или без, но думаю, да. Так что вот, 560 с чем-то рублей пылесос с телевизором вместе, потому что там еще скидка будет, короче, 15 рублей у меня на карточке какой-то есть, которые сгорают 23 числа. 15 рублей бонусов, это с принтера, которые остались, представляете? Классно? Еще, кстати, что-то там начислится. Поэтому вот, вот. Еще хотела сетевой фильтр посмотреть за 18 рублей. Ну вот сейчас посмотрю, куплю, не куплю. Потом подумала, в принципе, нафиг он нужен, если можно от стиралки брать. Потом думаю, ладно, если что, сейчас, блин, другой какой-нибудь возьму. А может и не возьму, не знаю. Ну тут в пятом элементе 18 рублей, а в гейме 30 с чем-то, самый дешевый. Все, короче, купила... И телек 61 сантиметр, другой, потому что здесь много-много разных разъемов, а в том не все были. Короче, телек я уже покажу, наверное, у родителей, потому что я его хочу спрятать, потому что я никому не сказала, что я его покупаю, чтобы не выдали тайну. А пылик сейчас покажу. Вот взяла вот этот,
потому что посоветовали именно его. Тут больше всяких разъемов на подключение, потому что я не знаю, там аналоговый вон, цифровой, наземный, там под антенну, типа просто цифровой, кабельный и прочее-прочее. Я-то ж не знаю, какие там эти разъемы. В итоге, короче, взяла именно такое, ну, как бы... Немножко дороже, там на, не знаю, на сколько, не помню, на сколько рублей, на рублей 15-20 где-то так. Вот, тот был 305, короче, на 24 рубля дороже, но вот этот 329 минус почти 16 рублей. Ну вот, собственно, конечная цена у меня получилась. Еще за пылесос бонусы будут там 6 с чем-то рублей. А эти бонусы сгорели бы 23 числа, поэтому я их уже все израсходовала. Короче, киви. Киви 24H550NB. Вот. Был в наличии, а того не было, надо было заказывать. Я такая думаю, блин, зашибись. Ну, сейчас вот за дорогу заплатила и думаю, еще ехать потом. Но компактненько, нормально в маршрутке, ну, как бы, зашибись. И попросила, чтобы сняли пленку защитную. Большое. Насмотрелась в ТикТоке, как снимают бляха с этой матрицы, и, конечно, это пипец. Поэтому сняли все. Ну и просто пакет напялили, все как завезу. Там, если что, покажу уже, как это будет дело выглядеть там у них. Поэтому вот. Ну и вот в итоге, что мы имеем. Этот на 12 литров. 312 рублей стоил на 17 литров. Думаю, нафиг переплачивать. Короче, взяла вот этот. Сейчас посмотрю, конечно, как он будет чистить ковер. Ну, в плане пылесосить, потому что наш уже тут на ладан начинает дышать. А тому же пылесосу нашему уже почти 10 лет. Вот, собственно, сейчас позырим, что тут интересного. Так, значит, распаковала. Сейчас покажу, что тут было. Вот, значит, его характеристики. Made in Romania. Не знаю, насколько там Румыния, но, короче, вот такая вот модель. Книжка. Гарантийный талон, год, шланг, две трубы, вот такая вот щетка, это на ламинат и на плитку, и сюда же вставляется еще одна вот такая вот щеточка, это уже типа на ковер, ну она просто там так, короче, легко она ее вставить ее. Так, значит, мешок я уже заправила, вот по бокам открываем, ну и собственно просто поднимаем. Мешочек я вставила на 12 литров. Это одноразовый мешок. Можно на постоянку там либо одноразовых набрать, либо, ну, как бы этих, многоразовые. С двух сторон защелкнули, когда закрыли. Здесь кнопку включить и выключить. Все. Как бы никаких там этих. Четыре ножки нужно будет сейчас вставить ему. И 4 метра, как обещают, шнурок. Вот, а еще такая вот насадка для щелей. Сейчас вставлю ножки и, собственно, можно что-нибудь попробовать попылесосить. Да, конечно, пылесосит вообще идеально. Пипец, все волосы, всю шерсть пособирал. Специально перед этим ковер даже не пылесосила. Жаль, что не засняла, какой он был до. Просто пипец, потому что наш пылесос уже все, даже песчинки мелкие всякие не поднимают. Тут вон, раз прошлась. Вообще шикарно. Даже вычесывать не надо. Ну, сам вычесал. Там эта резинка. Просто. И она, короче, все это захватила. Вообще шикарно. Высосался супер. Пыль. Мощности еще достаточно для этих дел. Он вообще как бы профессиональный, типа, считается. Но для дома именно данная мощность вообще пипец. Не то, что в прошлый раз синий был. Он просто пыль вычесывал, а шерсть не вычесывал, да? Ну. Тут вон почистила нормально. Там прекрасно. А, я уже задолбалась этот пылесосить. Еще на коридоре буду. Пойду стирку другую закидывать. И у нас уже без 15:04. А фонарить. Сейчас заказала маршрутку. В понедельник в 6:50 из Гродно я выезжаю. И в 16:00 я буду ехать назад. Денис Полину отправит в школу сам. У него все равно комиссия там, короче, не знаю, во сколько он там пойдет этих врачей проходить. Ну, короче, если что, сама даже соберется без проблем. А я в 16:00 буду выезжать назад. И получается, где-то 5:30 уже буду в Гродно.
помогу там настроить там туда-сюда, потому что на пол первого как-то, ну, ехать не особо хочется, потому что это очень прям быстро. Потому что я приеду туда в 8:20, пока дойду, будет 8:40 ориентировочно. Вот. Главное, чтобы они никуда не сбежали, потому что я их тоже не предупреждаю. Вот, поэтому будет сюрприз. Даже, кстати, Денис не знает. Я Денису собираюсь сказать об этом, когда уже телек завезу. Это, короче, сюрприз для всех, потому что я уверена, что кто-то да проболтается. Поэтому, чтобы это было в тайне, я скажу в последнюю очередь. И вот представьте, стоит вот коробка от пылесоса, да, и в этой тумбочке сейчас находится телевизор. Я не хочу его сейчас распаковывать. Сняли там пленку, попросила, чтобы, короче, с матрицей там не оторвать случаем. Вот, он просто в коробке, в пенопласте и прочее. Так что, блин, сюрпризница, ё-моё. Сейчас эту коробку думаю, куда убрать. Надо пойти, наверное, переложить картошку. А вот, и на чердак эту коробку, скорее всего, закину. Или, не знаю, даже, наверное, пылесос сначала сюда запихаю тут. Да. А потом с пылесосом на чердак поставлю. Вот так вот, наверное, верное решение. Такие пироги. Так, мне сказали зайти в комнату и снимать на видео. Снимаю. Я снимаю. Сейчас надо в аптеку еще, блин, потому что зуб опять начал болеть. У меня один порошок. Снимаю. Пришел работник. Мамочка, поздравляю тебя с Днем Матери. О, боже. Спасибо. Бля, еще и за ногу укусил кабан. Спасибо. Бля, еще мокрый дождь у нас. Офигеть. Папа, коробка есть, пошла. Спасибо. В винтовке ехал на автовокзал специально за ним. Какая-то есть? Нет, у меня тоже малюшенькая. Красота. Откуда у нас коробки? Ну, мы уже дома сходили в магазин, в аптеку. Кстати, всех мам, бабушек с Днем Матери поздравляю. Значит, завощинила фитилечки. Это все нитки, которые у меня были. Поэтому столько их много. Вот, надо будет скрутить мне 10 свечей. Там 2 или 3, по-моему, есть готовые. И осталось отлить еще 2 серых подсвечника и буду сушить их на обогревателе. Вот, свою эту красоту не несу в комнату, потому что очень жарко. И, ну, как бы, пусть лучше стоят там, где прохладно. Иначе начнут быстро подсыхать. Супер вообще красивый. Такое сочетание обалденнейшее.